Ну чё, пацаны, работаем. Продолжаем работать. У нас сегодня много разных дел. И в конце, наконец-таки, через тернии к звездам буквально, наконец-таки у нас будет пивас. Вот-вот. Еще чуть-чуть, еще немножко осталось. Так, вот мне рассказали о том, что у нас семена буквально по дороге из магазина. Поэтому мы сейчас с вами заправимся. Помните, там собирались картофан делать, и я не то что собираюсь, я уверен на 100%, что картофан мы с вами сделаем чипсы к пивасу. И, конечно, наведаемся и на завод сейчас, и плюс нам нужно продать сенцо, там чуть-чуть буквально осталось. В общем, много разных хороших, интересных работ у нас будет. Пробегусь я сейчас по району, жирок растрясу немножко, потому что его нужно растрясти, потому как вечером будет не до этого. Так, вот он наш гусянчик, вот она съелочка, которую мы взяли, арендовали. Как получится, так и получится. Будем надеяться, что все будет ок, что мы загрузим сюда семена, и трактор у нас не станет на дыбы, как МТЗ. Помните, мы пробовали было. Я, конечно, хотел поприкалываться, покататься так с этой сеялкой, но это приколы до первого поворота. Так, погнали. Вот это тоже, в общем-то, смотрите, да, через задницу все. Ну, давайте посмотрим, может нам что подскажет, что ли. Отцепить, опустить. Куда тут и уже опускать? Изменить степень, выбрать другое, маркер. Ничего тут нету, приспособление наполнено. Капец, я сейчас асфальт весь про этот пропахаю новой сеялкой. По крайней мере, мы теперь с вами знаем, что для того, чтобы работать с современной техникой, нужна современная техника. Как бы это ни звучало дико. Потому что даже такой вот Т-150 с движком впереди вот перевешивает его эта сеялка. Ну ничего, все нормально. Так, слушайте, а опустить что значит? Опустить, может, она как-то этот... Как-то тот что. А, вот она как, да? Там вращаются колеса, понятно. Ладно, как-нибудь доберемся. Да и не мне же позориться, я сейчас найму человека, который будет ехать. И пускай там на него все орут. Что ты пашешь, что ты делаешь? А-а-а. Это что такое? Ты что асфальт портишь, изверг? Ну и так далее. Не мне же будет отдуваться. У нас 4000. Вчерашний заработок. Такой вот небольшой, но тем не менее очень приятный. Так, посмотрим, что тут у нас по деньгам. Ну, наверное, тонны 2 мы загрузим. И я больше точно не увезу. Это раз. А во-вторых, скорее всего, нам больше и не понадобится. На наше такое небольшое поле. Сколько посеем, столько и посеем. Пофиг. Все, хватит. Вот смотрите, вообще его переваливает, да? Но как-то будет ехать. Хорошо. 2500 на картофан элитный, голландский. Что у нас тут? Base shop, shop base, base shop base. А, да, вот это, по-моему, это. Ну и жачья со следующей, да. Чё ты творишь? Ой, капец какой-то с этим Костиком совершенно ничего не соображает. Совершенно.
Все, смотрите, да у него весело получается. Вот с горочки так вообще красота. Летит и подняла сеялка. Здорово. Даже следить за этим не буду. Так, погнали. Нам нужно дальше работать. Нам нужно дособрать тюки и допродать это. Восполнить Баблинского. Поехали. Уже нужно все выполнить и потом гулять. Все работы сделать. Чтобы ничего нам не мешало. Чтобы никто не пришел. Да что ж вы, изверги, что ж вы гуляете, а поле не засеяно? А поле будет засеяно. Там, помните, мы также брали удобрялку. Удобрялку тоже можно съездить заправить или... Или нету. Или такого нету. Придется съездить заправить. Ну тут МТЗ у нас быстрый, я думаю, ничего такого. Мы отправим туда Костика, сами ехать не будем, естественно, нафиг надо. Работаем. Так, я бы музончик сейчас какой-нибудь включил. Да. Так, круглые тюки. Включить подбор, да. Погнали. То есть, если мы насобираем полный прицеп, то у нас еще будет 4000. 4000 на мусоре. Я рад, что мы купили тюковщик. Это крутая штука. Она уже отбила себя. И дальше будет приносить исключительно доход. Правда, если мы картофан будем сеять, то понятное дело, да, на втором поле придется посеять пшеничку. Ну-то посмотрим, как пройдет гуляние. Там, может, и не досчитаемся. И пацанов не досчитаемся, и денег не досчитаемся, и да чего угодно можем не досчитаться. Я уж за деньги молчу. Денег мы точно не досчитаемся. Так, ну что там у нас? Ого, класс, нормально. И одного тюка не хватило, ну, нормально. Так, езжай. У нас тут тоже нарисован Костику курс. А Костик, вот он, 17 full sail, погнал. Погнала. Вернее, погнала. Че так гонит как-то? Че ты гонишь, а? Че так медленно? Ты как-то вообще... Непонятно как-то. Че творишь-то? На поле 24 маневры. Давай маневры. 40. На поле 120. Че ты как первый раз в школе? Смотрите. Маневры. Ладно, 10. А то тебе... Тебе только позволь, так начнется. Вот это вот начинается. Там говорили как-то это. Приходили селяне, говорят, а че ты не пользуешься таким крутым таким этим курсом? Курсплей, который называется. Че ты им не пользуешься? А вот почему я не пользуюсь. Потому что он кривой, через задницу сделан. Вот почему я им не пользуюсь. Руки нужно отбить тем, кто делает этот курсплей. Вернее, тем, кто через задницу его делает. Уже давно нужно было сделать нормальным. Вот так его. По-простому, по-нашему. Выскажусь, без всякой там дипломатии. Так, ну хорошо, ладно, погнали. Это я немножко такой, че творится? Ты куда едешь, нехороший человек. Странный какой-то этот. Ну вот опять же, да, этот косплей ваш. Ну он же стоп. Стоит же стоп. Остановись, приедь, остановись же.
Так, ну ладно. Как бы там ни было, мы работаем. С курсплеем, без курсплея, с костиком, с палками в колесах, со спущенными шинами, с пивасом, без него. Мы работаем, и мы свое дело сделаем. Кто бы нам, как бы нам не портили настроение, как бы нам не давали работать, мы все равно свое сделаем. Потому что мы четкие пацаны. А четкие пацаны дело не бросают. Вы согласны со мной, пацаны? Пацаны всегда согласны. Так, ну чё? Вот у нас, да? Вот таким вот макаром мы будем кататься. И, по-моему, тут вот попробуем сейчас Костика все-таки запустить 17-е поле. Тут я маркеры рисовал. Вот сейчас можно и по-другому, хорошо. Так, нам нужно сеять. Три метра. Расположение старта. Текущее. Направление. Автомат. Возврат на старт. Не надо. Поворотная полоса. Не нужна. Обход островков там. То все. Так, генерируем. Ну, поехали. А, я не знаю. Это, наверное, сейчас будет сниматься у меня денежка. Со стартовой ясный красный. Чё там вы говорили по поводу косплея, а? Блин, сейчас бы прочесть, кто там говорил в комментариях, что работай косплеем. Я промолчу. Я про себя там всякие разные нехорошие слова сейчас только что проговаривал. Дедушка меня учил, говорит, ты перед тем, как ответить кому-то что-то, посчитай до 10 секунд. И тогда избежишь многих разных нехороших проблем. И вот я сейчас только что, надеюсь, избежал этих проблем. Досчитал до 10 секунд, молча. Так, ну выгружаем. Выгружаем. Что тут у нас? Где оно? Выключить подбор. Конечно, выключить подбор. Разгрузиться здесь. Ясный красный здесь. Где же еще? Во. Смотрите. Пошли деньжата. 5900. Но совсем же другое дело. На мусоре, буквально на мусоре. Пацаны, вот как нужно зарабатывать. Так, ну я надеюсь, все-таки Костян все-таки доедет до конца. Со следующей, погнал. Должен доехать. По крайней мере, это легкое дело должно ему удастся. Я не говорю о том, что там с полями у него не получается совершенно, да, ничего. Вообще по нулям. Костян вообще по нулям. Ну чё, давайте работать. Пивас от нас никуда не уйдет. Делается, пацаны грузят там. Я говорю, пацаны, вы там сидите сейчас, семечки щелкаете. Да это бабок всяких дедок задираете. Пошли бы помогли пиво грузить, что ли. Но это же пиво. Это ж пивас для вас же. Ну, пацаны, ну ладно, че-то. Ну, пойдем уже. Раз для нас, да. То пойдем. В общем, такие вот. Такие вот пацаны. Так, хорошо. Работаем. Так, я сюда тоже GPS, конечно, буду пользовать по полной программе. Единый скрипт, который толково работает нормально здесь.
Ну что, пошло дело, смотрите. Картофан. Ого, расход. Нормально. Что-то нет, по-моему, 2 тонны маловато как-то. Придется закупаться еще. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас. Поднять. Чтобы не лазить клавиатуре, клавомышке. Все равно придется лазить, потому что GPS придется устанавливать. Ладно. Что ж поделать-то? Во, пошло дело. Пошло, сеем. Дед стоит там, улыбается, говорит, а я лопатой машу. Вот Гоша, вот молодец, знает же, да, толк. Такой молодой уже знает, что горбатиться это вчерашний день. Что горбатиться, пускай там эти всякие горбатятся. Механизация сельского хозяйства, вот наш конек. Мы его механизируем на всю про все. В общем, мы сейчас вот этот кусочек доделаем, потом я попрошу все-таки. Пускай кто-нибудь придет, подмагнет. Может, дедуля сам сядет за рычаги, вспомнит молодость, а? Было бы занятно. Скорее всего, если дедуля и сядет, то сядет он на тот старый трактор на свой. А это до второго пришествия он будет тут копать. А может еще вообще лопату возьмет. Так, ну где-то там подъехал. Интересно, куда? Я что-то его не вижу, нифига. Где ты? Опять вернулся. Капец какой-то. Это просто какой-то капец. Че это за бред? Че за бред, пацаны? Да не хочу я. Пускай тут стоит в кустах. Не хочу я его возвращать сейчас. Вручную. Тут полчаса ждешь, когда заведется трактор. Потом полчаса... Костика, косяки всякие там исправляешь. Потом полчаса едешь из магазина в магазин. Все по полчаса. А жизнь проходит мимо, пацаны. Пока мы тут сидим. Втыкаем. Ну давай же, едь уже. Что ж ты стоишь-то? Капец какой-то. Поднять что ли? Проще будет. 150 же лошадок у тебя. Да ты должен рвать просто. Эти селки, все ты должен рвать. А не стоять как последний этот. Че-то я. Сегодня какой-то, наверное, нервный день или что. В этот раз я промолчал 30 секунд. Представляете, как накипело в Гоше. Вот как накипело, что нужно уже 30 секунд ждать, чтобы лишнего не наболтать тут. А у вас бывает такое, когда вот день ну просто не заладился?
Ты включаешь компьютер, а он начинает обновляться, например, долго и нудно. Ты там запускаешь какую-то программу, она выдает ошибку, хотя вчера работала как часы. Ты берешь, плюнул, выключил комп, берешь телефон, а он карточку потерял, например, да. Или деньги закончились, ты уже сидишь, думаешь, чтобы разбить такое. А тут тебе нужно куда-то идти и что-то еще и делать, например. И ты такой уже все, последние эти. Ты еле сдерживаешься, выходишь, а на улице тебя облаяла соседская собака. Вот, а кот нассал тебе на двери. И все, ты уже полностью готов. Ты уже можешь разорвать сам того пса на клочья буквально. Бывает у вас такое? Напишите. Напишите, пацаны, поддержите. А то я подумаю, что я один такой нервный сегодня. Так, ладно, работаем, едем. Едем, работаем. Ну чё, полтонны уже, да? 600 килограмм ушло. Картофана. Самое главное, не забыть потом, нужно будет удобрить это все. Добро. Чтоб картошка такая была, величиной как голова у младенца. Ну, вот когда сам делаешь, смотрите, как красиво, как ровненько все сделано. Но вот недаром же говорят, что хочешь сделать хорошо и красиво, сделай это сам. Не проси никого, сам сделай, тогда будет красиво и так классно, как ты сам хотел. Ну вот оно, смотрите, да, ну. Ну ё-моё. Ну вот то, что нужно. А когда начинаешь там всяких костиков, чмостиков там и так далее просить, они начинают там делать непонятно что. Так, ладно, все, спокойно, Гоша, спокойно, все в порядке. Все в порядке, мы работаем. Продолжаем работать. Все здорово, сегодня будет пивас. Я уже сам на нервах, потому что пиваса все нету и нету. Каждый раз думаешь, ну вот, вот сегодня напьемся, а оно не получается, нифига. Работа постоянно. То одно, то другое. И тут уже не занервничать просто невозможно, по-моему. Да еще если по выходным работать, так это... В общем, хорошо. Это хорошо, когда есть работа, и за эту работу ты потом получишь денежку. Это хорошо. Вот плохо то, что мы, наверное, не сможем посеять все поле. Я переоценил свои силы. Денег-то больше негде взять. Разве что придется продать урожай. А вот это нехорошо. Урожай продавать за копейки этим барышникам, этим кровопийцам, этим пьявкам. Я не хотел, не хочу, просто не хочу. И не хочу, и не хочу, и не буду. Тут, понимаешь, горбатишься. Понимаешь, руки буквально в кровь
сдираешь, избиваешь, вытрясаешь все из себя, последние силы берешь, чтобы этот урожай собрать, посеять. А какой-то приходит этот перекупщик, дилер, мать его, и покупают у тебя за копейки. И они все в сговоре, эти дилеры. Ладно, не дилер, перекупщик. Давайте, у нас есть такой старый спекулянт, да? Вот этот перекупщик покупает за копейки, а получает в 10 раз выше потом, потому что он со всеми там договорился, у всех у него уже там есть концы какие-то, он выходит на них. А ты вкалываешь, как последний лох какой-то. Не, ну не так, пацаны. Ну, по-моему, так совершенно. Нашего брата никто не любит. Все хотят его обмануть, пролошить. Зла на них не хватает просто. Хорошо, у меня там ствол лежит на заднем сиденье. Когда совсем уже прикрутят, я знаю, что делать. Только недавно патронов купил. Ящик. Так, вон там кусок остается. Я думаю, что дальше должен сообразить у нас работник. Вот, а мы сейчас сгоняем пивас. Пивас будет не ладен. Там уже должен быть прицеп. Целый прицеп пиваса. Залиться и ни о чем не думать. Ни о ценах, ни о перекупщиках, ни о бабках или детках. Ни о чем вообще не думать. Пацаны, просто залиться и радоваться жизни. Так, что тут у нас за фиговина какая-то непонятная. Так, это нам не надо. Этого мусора. Мусор этот ваш, Костик. Просто мусор. Так, хорошо. Вот кто не подводит, да, вот трактор. Старый, поганый какой-то, едва заводится. Полчаса стоишь, куришь, пока он заведется. Пока ты его надергаешь, этот пускач. Но зато, когда он уже завелся, он работает. Он тянет со всех сил. Да, пускай там у него, да, проблемы иногда случаются. Это все мелочи. У всех они случаются. Главное, что он работает, пацаны. Все, да? Сейчас попробуем. Сейчас попробуем нанять. Понимаю, что это будет двойная оплата. Ну что поделать? У нас там пиво греется. Я нервный, а потом пацаны, если станут пацаны нервные, я... В общем, я этого не хочу. Этого никто не хочет. Поверьте, чтобы стали нервные пацаны, потому что я по сравнению с пацанами, я просто сама пушистость. Я просто какой-то котенок по сравнению с ними. Ну ты будешь ехать или нет? Мне не будет она ехать ни хрена. Просто не будет и все. Какой-то объект ему мешает. Какой тебе объект мешает?
Ты что творишь вообще? Смотрите, да? В упор говорит, да ну, вы идете пиво пить, а я буду работать. Да ну нафиг такое. Не согласен, говорит, я на такое вообще. Так, ну ладно, раз ты не согласен, я тоже не согласен, я согласен сейчас ехать пиво пить. К сожалению, пацаны, не обойтись без этого трактора. Придется его вернуть. Прицеп на место, а трактор мы возьмем, чтобы прицеп подцепить с пивасом, потому что откладывать больше уже нельзя. Или сегодня, или никогда. Мы так уже настрадались, мы так уже иссохлись, обезводкились. Есть такое выражение — обезводкиться. По аналогии с обезвоживанием, так здесь вот обезводкились. И вот это нужно восполнить, пацаны. И нервы немножко пошатнувшиеся, и здоровье, вот, и обезводкивание тоже устранить. Чё это за завод такой? Ну-ка, давайте сюда заедем. Чё это за фигня тут такая? Чё это такое? Производство сырье, навоз, продукция, удобрения. Офигенно. Где навоз брать? Вы мне подскажите, где брать навоз. Я тогда буду делать удобрения. Так, прицеп где-то тут кидаем. Сеялку, вернее, удобрялку заправим обязательно. Я тут, когда пиваса бахну, может, у меня проснется какая-то. Приеду, продолжу поле утюжить туда-сюда. Может, дед поможет. Скажу: дед, ящик пива. Дело на ящик пива. Да нет, конечно. Пускай дед живет. Не заставлять работать я его не буду уже. Ни пива ему давать не буду. Бутылочку, может быть, привезу. Поставлю ему и бабке по бутылочке пивка. Скажу: вот смотри, твой непутевый внучок. Вот ему пивас. Дед, вот тебе пивас. Ты там думал, что внучок твой уже там у двадцатник сидеть будет. А он, смотри, пивас делает. А он на тракторе ездит. А он поля обрабатывает. Ну, не без того, конечно, чтобы где-то там немножко подгульнуть, где-то там что-то такое вот. Но все в рамках закона, дед. Кто-то рад, дед рады. Все рады, мать рада. Пацаны рады, что конкуренции нету теперь у них. Так, вижу, два ящика стоит. По-моему, по 1000 там бутылочек. В ящичке-то. По 1000 бутылочек или нет? Сейчас посмотрим. Ну чё, смотрите, полный прицеп. Я обещал полный прицеп. Вот он, полный прицеп. Без верха, но полный. По самые борта. Смотрите, пацаны. Едем, пивас, радуемся. Помните, мы с вами горели? Или я это только думал? В общем, смотрите, пацаны, что я придумал. Кто не набухается во время движения, вот кто меня поддержит. Ну поехали, чё.
скорость, сброшу немножко, чтоб бутылочки не побить случайно, пацаны. Едем вот так вот. Включаем фары, сигналим. За таким грохотом и сигнала не слышим, если он вообще работает. В общем, едем, созываем всех, сегодня гуляем, распиваем целый прицеп пиваса. Чем я вас и поздравляю, пацаны. Это какой-то праздник. Это просто праздник и больше ничего. Я буду на этом прощаться, потому что дальше лучше зрителям со слабыми нервами лучше не смотреть, пацаны. Встретимся обязательно через день-два, а может и через три, не знаю. Я надеюсь, что все-таки встретимся. И продолжим работу. Но это будет уже через неделю, а может и больше. Всем пока, пацаны. Всем пока. Мы гуляем.